Yeah, that's my sniper putting a hole in the trunk somewhere. A Jamaican dude that busts love somewhere. Tell a selector to come down like he stuck up somewhere. So you might get shot if you fuck with me. Nigga black can't beat that company. We stomp the back of your brains out. We clapping the flames out like you might get shot. Как тут мой мелкий солдатик? Готов на бой с тобой. Да ты просто маленький подонок, пацан. Да, вы вечно готовы бузить. Ну-ка отойди, это мой парень. Так где ты был? От тебя воняет пивом. Опять торчал с этим дебилом Шоном. Слушай, я знаю, что мои лучшие друзья тебя бесят. Только лучше не вмешивайся, бог мне судья. Дарнелл, иди в свою комнату. Черт, мамка, я всегда пропускаю самые лучшие драки. И сиди там, пока тебя не позовут. Ты обещал мне, что выйдешь из игры. Я уже готова лететь в Майами. Не заводи опять. Шон дает мне работу, в конце концов. Ты же знаешь, что из игры выйти непросто, Моника. Это мое единственное ремесло. Скоро ты будешь заниматься этим ремеслом в гордом одиночестве. Я не собираюсь остаток жизни носить тебе передачи. Завтра, Фрис, меня здесь уже не будет. Но на что мне кормить семью? Мне же надо добывать деньги как-то. Черт! Что же мне делать? Здорово, это я. Слушай, я подумал над твоим предложением. Есть возможность выйти из игры и поднять денег, поработав на две пары. Позвони мне. Hey! All you haters, stop! Stop! Woo! Слушай, я хочу завязать насовсем. Ты засранец, я не дам тебе слинять. Я тебя создал. Мы как братья. Знаю, братан, но ничего не поделаешь. Моника бьет во все барабаны. Не могу представить, что ты позволишь этой сучке разрушить нашу семью. Ты мужик, соберись. Братан, не стоит унижать мою женщину. Знаешь, как я понимаю, что случилось? Я подписал договор с дьяволом, когда вступил в игру. Ладно. Чего это мы? Мне это не нравится, но я тебя уважаю. Сделаешь для меня еще одну работу. На этот раз это тебе не экстази на 50 тонн, это реальное дело. Большое, с хорошим наваром. Понимаешь, о чем речь, братан? Я сдаю товар прямо из кабару. Ладно, как скажешь. Я делаю это последнее дело и разбегаемся. Иди, братан. Я пошлю тебе цветы на могилку. Какого черта творится? Я с двумя парами должен был здесь увидеться. Да что ты говоришь, паренек? Кажется, колумбийцы с тобой не смогут побеседовать. Ты кто вообще? Я могла бы поиметь тебя в два счета, но мне это не интересно. Я, видишь ли, злобная стерва. Ты, кстати, работаешь в полиции, а ты сейчас пойдешь за решетку. Какого хера? Стоять! Полиция, не двигаться!
Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики стримы от Леопарда еще. Сегодня поиграем в игру 25 to Life. Очень жаль, что ролики плохо отображаются. Наполовину. Не знаю, с чем это связано. Черт! Откуда они-то взялись? Странно, почему музыки нету. О. Тут, кстати, неплохой саундтрек на самом деле. Если не ошибаюсь, это Wu-Tang. Чё обещает экзибита? Вот игра, короче, про гангстеров, бандитов. В свое время она была популярна. Такая тема, имею в виду. Была популярна эта тема в свое время. То есть это всякие там 50 центы и прочие. Как раз таки были популярны в то время. И игры, соответственно, тоже. А, ну плюс к тому же, я совсем забыл. Вышла же GTA. Вышла же GTA-шка в то время как раз таки. San Andreas. Которая всю вот эту вот историю с гангстерами, с чернокожими, бандитами и прочее возвела в уровень. Возвела в уровень.
популизма, так сказать, не знаю. Популяризировала, короче, вот эту всю тему. К тому же времени как раз этот 50 Cent тоже вовсю. Шагал своей широкой походкой по просторам, ну не интернета, но медиапространства, так сказать. И тоже потом решил выпустить игры на в главной роли, где был уже он сам. Ну а вот тут просто такая бандитская такая вот тема. Я, кстати, на самом деле помню, как эту игру рекламировали по телевизору, по российскому. На MTV, по-моему. Я еще тогда, типа, ну, как бы захотел в нее поиграть. Ну, это Eminem, что ли? Да как я так не попал-то? Ну блин, чувак, давай. Блин, лютые тут, конечно, враги. Надо отключить электричество на заборе. Актер, конечно, этот... Смешной у него голос. Он озвучивал Джея из фильма «Джей и молчаливый Боб». Я его узнал по голосу.
Ружье дали. Чё? Блин, конечно, анимация жесть какая. Просто бам. Чик. Так. Так, это чё такое? Да ёлы-палы. Косая влево. Это как понять? Граффити Т, прицел, колесико, мышка. Ого, вот, кстати, типа... Можно стрелять не только. Это что такое? А, это как типа в Call of Duty на правую кнопку мыши прицеливаешься. Понял? Так можно играть в виду первого лица, типа. Ну так, конечно, поприкольнее выглядит игра. Ничего себе. Чё? Из этого магнума, что ли, шмаляет? Что я тебе сделал? Спокойно. Он вам не навредит. Черт.
Не убивайте меня! Это не круто, чувак! Нет, не убивайте меня! Освободи заложника! Хотели зарашить, короче. Ну, враги тут, конечно, неинтересны. Просто бегут на тебя. Добраться до тачки. Что я тебе сделал? А вообще я хотел просто поиграть в эту игру, как, ну не то что в эту игру, а в какую-нибудь игру. Эй, заберите мой кошелек. Отвлечься от гонок. Эти свиньи груши не околачивают. Ну вот. Теперь единственное, только странно, почему в этой игре нет замедления времени, хотя это тоже была популярная тема в те времена. Макс Пейн, вот это вот все. Ничего себе, там коп. Мне капец, я сейчас не подлечусь. Отступите за ней, позиции! Не вижу. Он вооружен и опасен. Боже! Я в глубокой жопе. Надо позвонить Шону. Какого? Шон, тут какое-то безумие нахер. Попо не было там, и я едва слинял. Погоди, погоди. Кажется, они знали. Что ты нахер несешь? Прекрати гнать. Где моя дурь? Колумбийцы были мертвы, когда я туда добрался. Не стремайся. Встретимся у тебя через 2 часа. Что за дела? Все в порядке. Лучше отдай мою долю, Шон. Я перезвоню. Вот такая вот первая миссия.
Короче, Шон что-то мутит, походу. Возможно, даже он решил... Возможно... Я, короче, смотрел этот... Как его, блин? Разбор полетов от StopGame.ru. Там все разбирали сюжет, но я уже не помню половину. А то и как половину. Я уже вообще ничего не помню, на самом деле. Единственное, я вот сейчас, типа, прикидываю, что может случиться. Вот Шон этот отправил нас на дело, договорившись с копами. То есть он вообще такой, типа, двойной агент крыса и там, и там. И типа, раз мы сказали, что хотим выйти из дела, он решил копам меня слить. Ну, возможно, такая тема. Может, все по-другому. Блин. Стелс-миссия. Ой. Во, кстати. И сохранение, это хорошо. То есть, ну, есть сохранение, я имею в виду, что они работают, потому что они могут просто не сохраняться, мало ли. Это такие времена, тем более пока... Пока версии, блин, что ты не знаешь, что тебя ждет. Будет ли игра сохраняться, или, типа, ты должен пройти игру за один раз. Ну, короче, вот такая игра, 25 to Life, была в свое время. Попробуем поиграть в нее, если я смогу. Я выбрал уровень сложности норма. Там было еще легко, и там прям тяжело, и совсем капец. Попробуем поиграть. В принципе, ничего такого особенного в этой игре нет. Игра как игра. Оценки у нее плохие на Metacritic. Да и, в принципе, другие журналы тоже, ну, игровые журналы ей ставили плохие оценки. И, в принципе, этот обзор полетов, разбор тоже был таким разгромным насчет этой игры. Ну, а что еще можно ожидать? Типа... В общем, посмотрю я сам. Я не играл. Вот, это первый запуск. Я раньше в нее не играл, то есть... Я видел по телеку. Потом видел какие-то картинки из интернета, скриншоты, да, вот что. Да, никогда. Ну, первый раз сейчас запустил, посмотрел. Ну, в принципе, что я могу сказать? Графон нормальный, обычный графон. Единственное, что-то темновато. Но это, скорее всего, потому что я сейчас играю в иконном режиме. Мне надо поставить режим этот на весь экран, и там можно будет поменять гамму. Слишком темно все было. Музыка для любителей. Я, в принципе, могу по настроению послушать такой рэп. Какой-нибудь такой. Вутенг там какой-нибудь, да, например. Ждите следующих роликов. On my friend, till he repents for his sins. Kill Calderon and his men. Plus the popo is hot on my thing, 'cause they got me on bed.